Ну что же, здравствуйте, дорогие товарищи. Караем Dark Tide, комплекс связи 154.2F. И совсем уже какие-то разнообразные у меня эксперименты по талантам. Решил попробовать через осколочную бомбу, которая обычно идет в комплекте со стрелком, чтобы он пробегался. Потом сплачивал и расстреливал. Уже я, правда, честно говоря, не знаю, как это получится, но посмотрим. Но от этой явно можно сделать только либо сюда, либо сюда. Черт его знает, посмотрим, попробуем. Your mission is to relay an encrypted report using the archive and Sycorax complex dish. If you're thinking this isn't standard procedure, you'd be right. Don't ask me why, because I don't know. It'll be hard fighting all the way, but I know you're all too stubborn to die. Угу. Очень стабильно. Отличная татуировка, мужик. Можешь пойти к местному косметологу. Is only as good as the information provided to it. Там типа побриться, подрисоваться. This place revels in its heresy. The archivum isn't far, but you'll need to cross the skyling bridge to get there. Fight with steel, die in glory. Был мой. Он еще оставался, да? Патроны быстро кончились, а? Эй! Блин, а? Песик, песик, песик. Ребята, ребята, вернитесь, пожалуйста. Тут огринов бьют. Ну молодец, блин. Хотя как. Спасибо. Пипец какой-то. Yeah, come on.
где там? Воу, плыть, блин. Ох, как. Блин, ребята. Даже выжили. Точно, у меня же граната есть. Граната большая и жирная. Думал, мне пригодится, да, мне дело хорошее. Оу-оу. Это не пошло. Спасибо. Что вы что издеваетесь, что ли? Пипец. Ай-яй-яй. Блин. Что-то трэперы стали плыли. Как собаки. Ой, блин, что-то вообще никак. А нет, жопа только. Собака. Собака. Ой, сзади, сзади, сзади. Лечись, блин, чувак. She's always watching me. Why so many gooey heretics? Keep them alive while it rots them. Это, блин. Йоу, ядрит, ядрит. Гранату у них. Если есть. Ой, это еще.
Это? Кто это был? Прям в центре всего, всего. Блин. Another of the Emperor's great work brought to ruin. Faster, gonna blow!
Блин, вот что я споткнулся. Просто открытое пространство, полное пулеметчиков и всех остальных. Как тут можно? Жесть какая-то. А, сука. Чего? Come on.
красавчик. А это что? А это болт не выдержал. Второй сейв пришел. Пулемет. Такое себе приобретение. Ядрит Мадрид. Ой, ядрит. А чего ты разбежался так далеко? Ух. Катина. Мадрид.
Мадрид, Мадрид, сколько вас? Он просто всех крошит. Молодец. Просто скорость и массовое убийство в конце концов. Вы че издеваетесь? Уходи, уходи, уходи. Все равно не слышно. Я с тобой, чувак, я с тобой. Пытается выжить. Еще один. Просто что это? Бота просто завалили, просто как только вылез. Так, нашему Изуэру противостоит группа дробовикастых ребят с непонятно чем. К нам присоединился еще один чувачок, ветеран. Ну, его уже покоцали, и непонятно чем это может закончиться, но тем не менее, вот, уже и закончилось. Блин, да ты издеваешься. Такой момент, его не поймали. Сетка не сработала на нем, потому что он слишком быстрый для всего этого дерьма. И вот новый. Блин! Вылетит меня! Yeah.
Лин. Пипец. Я сам делал то, что не надо было сделать. Надо было отходить к этой будочке. Ну, ладно, неважно. Уходим. Уходим. Блин. Он подтормаживает. Подлагивает уже всего этого спавнивающегося дерьма. Надо отходить, надо отходить. Ляха-муха. Да, реально. Надо подправить настройки. Мне кажется, что у меня из-за графических настроек тоже начал притормаживаться. Еще этого не хватало. О, вот он. Какой-то... Ну что, вернемся к нашему Изоверу, посмотрим, как он справляется. Красавчик. Что такое это АБ-тестинг опять? Не то чтобы тут... Даже маловато этих обычных врагов. Xanatros.
Ветеран тоже себя показывает хорошо. По крайней мере, он выжил. О, давай сюда. ППС просаживается, я думаю, где-то там. Давайте посмотрим, кто к нам присоединился теперь. Ага, Инконтент. Тем... Может быть, из-за того, что она слишком быстрая, ничего не успевает просаживаться. Откуда ты знал? Стой, стороны, он там еще один. Да-да-да. Не убежишь. О! Еще товарищи прибежали. Берсерки. Ненавижу берсерков. Они верментики. Ах, тут какая реакция, ты посмотри. Вот. Три рейджера металлических. Обеззаражены. Нурглу не одобряют. Ну кому интересно, что там думает Нурглу? Он еще пинается, а? Вы посмотрите на этого товарища. Теперь... Нет. Ну что, собачки нет после этого синхронизированного представления. Люди в формах и с такими большими топорами. Все светится. О. Тесик. А, еще что-то идет. А, отлично. Мамы же прибежали. Как будто спецов было мало. Поможет, ты не Блашкович. Что творится? Этого запинывает. Собака. Псина адская. Гиена ты огненная. Чемоданчик. Мой чемоданчик. Набито, ладно. Он предназначен под лоялистов. Что, снайпер? Нету снайпера. Блин, пипец, сколько вас. И что, спасибо, теперь пришло пора лагать.
Да блин! Сразу же понабежала, а? Пулемет. Блин, это зарядить-то надо. Наверное, даже не сохранял эту запись, если бы не это вот это вот странное. То есть не странное, это замечательное. Блять. Я ж нажал. Оно, видите, активизировалось, меня подбили все равно. Шанику. У меня, очевидно, все хорошо. Вот, нет у нас огрена мутанта. Так вот на нее не обращает внимания, а? Непонятно. Это все понятно. У нее восстанавливается стойкость. Я же, ладно, не буду говорить чуть, но возможно кого-то сейчас спасу, а кого-то нет. Просто по всей арене нужно бегать за это. Сколько этих пулеметчики пришли с прямо такой бандой, сколько вас реально, ребята? Чувствую себя вообще не точная штука.
Где кто? Где? В каком месте он? Ага, хорошо. Блин, пипец. Стреляю, вообще ничего не попадает. Короткими очередями стреляю. Давай здесь, блин. Куда-то там стреляет, куда-то стреляет по мне. Если я ничего не сделаю. А, ладно. Смотрите. Десин какой-то прям. Даже они начинают застревать. Последние минуты, что ли? Да нет. Ну давайте посмотрим теперь за Шинихой. Вот я прям не знаю, это особенность этой карты, либо реально тут что-то перекрутили все эти значки. Просто масса начала все валить. Или у нас просто тимплея не хватает. Блин. Нахер эту карту, пошли домой. Я
Да, я не знаю, что это было, почему так много просто пачками выпускалось этих спешелов. От этого игра просто начинала зверски тормозить. Я, по крайней мере, просто либо карта такая, либо настройки такие попались. В общем-то, я эту игру сохраню только для того, чтобы вы посмотрели на этого изувера. Это просто какой-то Ахтунг. Ахтунгович. Ладно, всем спасибо. Лайки, подписки, шары. Может быть, что-нибудь еще интересное увидите. Это будет вам приятно, мне полезно, если поставите лайк или что-нибудь еще. Вот. А мы увидимся в этой или в какой-нибудь другой игре. Всем спасибо и пока-пока. Император хранит.